Руководитель региона приехал в резиденцию к владыке. По традиции он подарил митрополиту букет белых цветов и поблагодарил его за духовную поддержку кубанцев. Нравственно-духовные основы, которые изначально в нашем обществе, особенно в казачьем народе, поддерживаются верой в Бога, вот теми христианскими ценностями, православием, они, конечно, являются основным построения всей нашей сегодняшней жизни, в том числе экономической. Поэтому я глубоко признателен вам, что вы окаймляете сегодня всю нашу паству, нашего края, и они к вам относятся с большой любовью, владыка, потому что вы к ним относитесь с большой любовью. Спасибо. И это любовь взаимна. Поэтому хочу пожелать вам лично долгие годы жизни и служения нашему краю, нашему народу во имя Господа. Спасибо. И на процветание и родной земли нашего края, и нашей великой страны. Я глубоко тронут, что вы пришли поздравить меня. Благодарю вас сердечно за ваше внимание, вашу любовь. Пусть Господь хранит губернатора нашего, правительство наше, весь край наш. Народ Божий. В Свято-Екатерининском соборе сегодня прошли торжественные богослужения. В этот день православные также вспоминают подвиг священника Исидора, который в 1472 году погиб, защищая свою веру.